Пока весь город наслаждался праздником, юным спортсменам Десногорска было не до отдыха. Ведь в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна их ждали соперники из других городов, чтобы сразиться в турнире «Планета баскетбола. Оранжевый атом». Ежегодно, по доброй традиции, День города в Десногорске принято отмечать спортивными соревнованиями. Одним из таких соревнований является турнир «Планета баскетбола. Оранжевый атом» в формате 3 на 3, для участия в котором приглашаются гости из других городов. В этом году соперниками десногорских спортсменов стали юноши и девушки из Рославля и Смоленска. На спортплощадке гостей поприветствовали высокопоставленные лица города. Сегодня турнир, пусть не юбилейный, но очень значимый для нашего города, потому что он проводится в день рождения нашего замечательного молодого города Десногорск, которому сегодня исполняется очень-очень маленькая дата, всего лишь 47 лет. Я желаю вам в день рождения города Десногорска всегда оставаться молодыми, веселыми, спортивными, стремиться к успеху, к победам, как это происходит у нас. Заместитель директора Смоленской атомной электростанции по управлению персоналом Анатолий Терлецкий поблагодарил тренеров команд за то, что они нашли возможность привести своих подопечных на праздник для участия в турнире. Ведь только через совместные соревнования можно повышать спортивный уровень молодежи в регионе. В игровых видах спорта очень важна физическая подготовка, взаимодействие в команде. Уверен, что это у вас все есть. Но еще немаловажно, это чуть-чуть удачи. Хочу пожелать вам, каждой команде, чтобы удача улыбнулась. А победит, конечно, сильнейший. Сильнейших оказалось 6 команд. Именно столько первых мест было в праздничном турнире. Победители определялись в каждой возрастной категории участников. В самой младшей категории 2008-2009 годов рождения победила команда девочек из Рославля «Хайпхаус» и мальчиков из Смоленска-Заднепровья. Еще одно призовое место увезли юноши из Смоленска 2006-2007 годов рождения из команды спортивной школы номер 2 и девочки из десногорской команды «Томики». В старшей возрастной группе первыми стали баскетболисты Десногорска – команды «Импульс» и «САЭС». Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.